Here we go. Ира, Ира, я буду переводить, поэтому вы будете слышать переводчика. They're asking about the translation. We're doing consecutive translation, so I'll speak, I'll stop, and then you'll translate, yes? Yes. Good. Да, у нас сегодня будет последовательный перевод, ну, синхронно, потому что такие заморочки страшные. Шона будет говорить, а я буду переводить. А вы будете слушать и бросать вопросы, и желательно в чат, если у кого-то прям что-то сильно наболело. Вероятно, можно будет ближе к концу включить свой микрофон и задать вопрос. Yes. Okay. So, welcome everyone to Happy Mouth, an introduction. Добро пожаловать всем на Счастливый рот, вводная. I'm Shauna Teakin, I'm the worldwide coordinator for Happy Mouth. Меня зовут Шона Тыкен, я всемирный координатор Счастливого рта. I also facilitate a Happy Mouth Basics course, like a mini Happy Mouth. Я также веду класс, интро-класс «Счастливый рот». And I'm also an Access Consciousness 3-day body class facilitator. Я также сертифицированный фасилитатор трехдневных классов телесных процессов Access Consciousness. Ю-ху! Yeah, ha-ha! And I'm so grateful to you. Is it Inga or Inja? How do you pronounce your name? Inga. Inga. Yeah. Thank you for asking me on, and thank you everyone in Russia for your interest in Happy Mouth. Спасибо, Инге, спасибо всем вам большое за то, что вы проявляете такой интерес. I'm here in Prague, where Dr. Tom Koso is running a 3-day Happy Mouth class. И сейчас я нахожусь в Праге, где доктор Том Колсо, который основал эту методику, проводит класс, как раз трехдневный класс Happy Mouth. Счастливый рот. Today is day two. Сегодня второй день класса. Now, I live in Australia, so this is new for me to be in Prague. Вообще-то я живу в Австралии, поэтому в Праге как-то все ново вот для меня в Европе. But Dr. Tom Koso, who's this is his system, he lives in America. He's in the United States. А доктор Том Колсо, который основал эту методику «Счастливый рот», он сам американец. So would you like me to give like a brief overview of what Happy Mouth is? Would that be helpful? Yes. Yeah, we actually really, really, me personally is really interested. Я просто говорю, что Шон сейчас даст нам короткую просто такую вот, ну, вводную по поводу того, что такое вообще счастливый рот. Okay. Методика. Happy Mouth is not an Access Consciousness class, but we use all the tools of Access Consciousness. Счастливый рот, как бы, это не класс самой Access Consciousness, ну, как бы, самой вот этой, самого Access Consciousness, но они используют все процессы клиринга Access Consciousness. Dr. Tom Koso is an American dentist who's been doing Access classes since 1998. С 98 года Том Колсо сам занимается аксессом, и он практикующий стоматолог. Ooh, someone's making a lot of noise there. Get someone to mute themselves. Excuse me, I'm just muting some people because there's a lot of noise online. Can you ask again if people will mute themselves? Да, еще раз, вот какая-то Федерика и Ирина, будьте добры, пожалуйста, нажмите микрофон, потому что вас слышно. Вообще, ну, как бы, ребята, очень большая просьба на будущее, если вы будете участвовать в каких-то звонках, ну, это как бы считается, вас как бы просят там с Гэри и Дэйном, когда вы заходите в Zoom, сразу нажимайте микрофончик, чтобы вас не было слышно, потому что, ну, I'll just carry on anyway, don't worry. Yeah. Mm-hmm. Okay, so Dr. Tom was doing access classes 20 years ago. He got a pain in his head that would not go away. So he went to see Dane to see if Dane could make the pain in his head go away. Ага. И у самого Тома, у него его мучили головные боли, и он мучил Дэйна, чтобы Дэйн ему помог избавиться от головных болей. And Dane said, I can't make it go away. It seems to be a capacity that you have. Дэн ему сказал, что, ну, извини, дружок, я тебе не могу ничем помочь. У тебя есть какая-то способность с этим связанная.
So Tom went and saw Gary and had a private session with Gary Douglas. Поэтому потом Том пошел к Гэри и был у Гэри на частной сессии. Gary said, "This is the beginning of a whole system of healing for the mouth." И Гэри ему сказал, что это твоя головная боль, это на самом деле начало новой системы исцеления вот всего в области рта. Gary named it Happy Mouth for Tom. He gave him the name. И сам Гэри дал вот это название «Счастливый рот» Тому. So over about the next 16 years, Tom asked questions. Every time he was working on a dental patient and a pain would come in his head, he'd say, "Ooh, is that about gum disease?" А, и, соответственно, в течение последующих 16 лет, когда Том работал со своими пациентами как стоматолог, когда у него появлялась головная боль, это он задавал вопросы. Or if the person in the chair had tooth decay and this point started hurting, he would say, "Oh, is this point about tooth decay? Yes." Да, и таким образом, я так понимаю, он открыл вот эту, открыл эти точки, которые там есть специальные точки на голове. Когда у пациента было заболевание, там рецессия десен, допустим, у него связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Okay, somebody's lost their connection. So now what we have is 16 different points on the head, which you have to kind of rub and massage. И сейчас у нас всего 16 точек на голове, которые вот легко, там, ну, нужно легко нажимать и массажировать. These points, most of them are to activate systems which should regenerate your body, but which are not working anymore. So we get them going again. Ага, эти точки вообще, ну, они были всегда, и они заставляют тело, ну, как бы позволяют телу запускать процесс регенерации организма. Просто как бы мы о них забыли. Your body has the capacity to build new teeth, grow new teeth, repair your gums, repair your teeth, take care of itself, and the Happy Mouth system turns those processes back on for you. И вообще ваше тело, у него есть способность регенерировать все, что угодно, в том числе вырастить новые зубы себе, вырастить новые десна, все что угодно, и вот эта система, она просто, ну, позволяет вот эти процессы регенерации активировать. So a practitioner activates the points on your head for you. Ну, и человек, ну, как практик баров, то же самое, запускает эти точки, ну, как бы массирует эти точки на голове. We also do a lot of verbal processing around the energetics of why you're creating what you're creating. И также у нас очень много вербальных процессов по поводу того, зачем вы себе создаете заболевания в области рта и каким образом вы их себе создаете. We have also some hands-on processes for growing new teeth, for correcting the color of your teeth, for changing a lot of things in the mouth. Да, вот как раз Наташа, from the chat the question and you already answering the question. Да, эта система позволяет делать все, что угодно. Там есть, вот что она сказала, вот эти мануальные техники, like body process, yes? Yes, like an access body process, but they're happy mouth processes. Да, они, кто знает, они похожи на телесные процессы аксесса, да, как вы просто прикладываете руки, и можно там выровнять зубной ряд, и изменить цвет зубов, и вырастить новые зубы, и там с деснами, и все что угодно. So what we have found is that about 80% of any kind of disease or disorder in the body can be traced to the mouth. И что они открыли в этой системе, что все 80% заболеваний тела, они на самом деле ведут вот сюда, в эту область. Причем здесь. If you can change and heal and have a healthy, happy mouth, your whole body health will change. И если у вас, ну вот, если вы там наладите связь со своей ротовой полостью, и сможете изменить ситуацию к лучшему, это повлияет в конечном итоге на весь, ну, на все ваше тело. What we have also discovered is that this system, Happy Mouth, is actually a euthanizing system for the whole body. И также то, что мы открыли, это то, что система, ну, вот система «Счастливый рот», она является также системой омоложения.
And we actually have some points at the back of the head which activate a euthanic system for the body. И там где-то там сзади на голове есть специальные точки, которые, ну, как раз отвечают за омоложение организма. Which is very exciting. Что очень круто. We have points to increase clarity and insight, so you have much more awareness. А есть специальные точки, которые отвечают за ясность и за вот эти инсайты, и у вас может появиться намного больше ясности и осознанности. We also have points to regrow hair if anyone's hair is thinning. О, отлично. У них также есть точки, оказывается, как, ну, для тех, кто страдает, мучается от выпадения волос или облысения. And look at me, I have lots of hair, right? Посмотрите на меня, у меня очень много волос. But you know, here, when women get to a certain age, like I will be 60 this year, but I was starting to go thin here. Да, и мне в этом году исполняется 60. И, ну вот, со временем, как бы, волосы становятся реже, например, у женщин. Ну вот в этой области, да? So I've had my my hair points run, and that hair is growing back there. Да, и она просто гоняла, ну вот как бы запускала эти точки, и волосы начали снова расти. I'm not growing more hair on my arms and legs, though. Так, она говорит, я только, ну, о голове забочусь, на руках и ногах волосы не растут, не волнуйтесь. But I'm working on my eyebrows. И также я работаю с бровями. So the Happy Mouth system gets you out of any troubles with your teeth, but the bigger picture is it's going to change your whole body. Да, и система, она на самом деле предназначена для работы как бы с областью, как бы с ротовой полостью, но она влияет на все ваше тело. So, I mean, I could just go on talking for days and days. Maybe I should answer some questions or... Ну, я могу говорить вообще тут годами, поэтому вот, может быть, есть у кого-то какие-то вопросы. I have a question. I have good. A lot of okay, questions. Okay, good. Go. Actually, can you tell about a little bit about your Zoom series? Oh, the clarity, Happy Mouth clarity calls? Yes, about yes. Zoom, because personally, there is one call, the fourth call, actually. Yes. And the title of the call comes, and... Так, девочки, пожалуйста, замьюйте себя все. Вас слышно кого-то там? Okay, I muted somebody just then. Yeah. Yeah. And the gum and the choices. How choices can how gums can affect this kind of choice issue. Yes. Значит, она вы можете задавать свои вопросы, как бы у меня есть вопросы. У нее дело в том, сейчас проходит серия зумов, и там четвертый зум, который будет непонятно когда там. Название этого зума — десны и выбор. Я у нее спросила, какое отношение десны имеют к выбору. So the Zoom series is not about the points on the head. It is about all of the background clearings to a lot of energies get stuck in the mouth about eating, about body weight, about how your teeth look, about speaking, about sex. Many, many points of view and energies get stuck around the mouth. So the Zoom series is about running the processes and the clearings to change that. Вот, значит, вся серия из шести зумов, которая у Шоны сейчас проходит, она по поводу всех точек зрения и всех энергий, которые, ну, запакованы энергетически вокруг этой области, и там на самом деле очень много всего про секс, про взаимоотношения, про то, как вы самовыражаетесь, про еду, про пищеварение, про все что угодно, кроме вообще самого, ну вот. In Happy Mouth we use the Access Consciousness Clearing Statement. В системе Счастливый Рот мы используем очищающее выражение Access Consciousness. Would most people on this call, Inga, would they know the Access Consciousness yes. Clearing Statement? Yeah. Yes. So we use that because it's amazing. It changes energy right back to wherever something first began. Да, и как вы все знаете, очищающее выражение Access Consciousness, оно как раз-таки вот эти все энергии распаковывает и возвращает все туда,
первоначальное состояние. And we say something before the clearing statement, and we say something after it, which makes the clearings very, very potent. And we only run a clearing maybe 3 or 4 times in Happy Mouth. We don't run clearings over and over and over. We don't put them on loops. Ну и клиринги в шести, вот в этой системе «Счастливый род» мы не гоняем очень часто. Мы добавляем их, что-то они добавляют там, ну, как бы впереди и сзади. Actually, Sean, do you have some special Happy Mouth clearing statement? Yes, we do. And I can run some clearings right now if you would like, if everyone would like that. Yes. Okay, so when you think about going to the dentist, everything that comes up for you, the sound of the dentist, the smell of the dentist, the drill, all of that, everything that is. Значит, сейчас вот как раз будет тадам чудесный клиринг Happy Mouth специальный, который использует, ну, вот это очищающее выражение, но у них свое очищающее выражение именно для, как бы, для области рта. Значит, все ваши энергии, когда все, что связано вообще со словом стоматолог, с вашими походами к стоматологу, за звуком бормашины, все то, что у вас поднимается прямо сейчас. Everything that is from and to the highest good of all involved, will you uncreate and destroy it all, please? Готовы ли вы разрушить и рассоздать? Right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. And all the Möbius strips, may they be unwound. И все вот эти ленты Мёбиуса. Untied. Которые, ну, как бы, не связаны, наоборот. Disseminated. I don't know, what is it? Okay, disseminated means broken apart into a million pieces and just dispersed. Которые, ну, как бы, распадаются на миллионы частей и пропадают. So it's all the Möbius strips, may they be unwound, untied, disseminated, through all time and space. Через все времена и измерения. So all of life may continue to come with ease, joy and glory. Чтобы вся жизнь приходила в радости, легкости и изобилии. Now the Möbius strip is the continuing loop of things where they just keep happening over and over again and never seem to be able to change it, right? Да, и вот как раз эти ленты Мёбиус — это то, что мы не можем изменить. Это вот этот замкнутый круг, в котором мы всегда бегаем. Вот эта восьмерка, бесконечность. We have found that when you use this addition to the clearing, things just change and they don't come back. И мы открыли, что вот это специальное выражение, как бы с добавлением до, как бы очищающего выражения эксоса, и вот этот кусочек про ленты Мёбиуса, оно еще лучше работает, и, ну, просто вот все пропадает навсегда. So let's run some more clearings, because if we run these clearings tonight, everyone is going to start getting change or has the possibility of starting to change their mouth from just listening to this and running these clearings. Да, и все вообще на самом деле, пожалуйста, если вы себе позволите, как бы изменения у вас могут начаться уже прямо сейчас, прямо сегодня, только от прослушивания этого, ну, зума. Потому okay. что, как бы, ну, вот мы сейчас уже начинаем тут что-то чистить и гонять какие-то энергии. How's it get any better than that? Как может быть еще лучше? Ю-ху! So, everything that has ever occurred with your mouth in any lifetime, where you had a wound to your mouth, an injury to your mouth, a bad abscess or infection in your mouth, all the lifetimes of stuck energies in your mouth, would you be willing to let them all go, please? Готовы ли вы отпустить все энергии, которые у вас застряли во рту, из всех ваших, из этого воплощения, из прошлой жизни, все, что касается каких-то ран в области рта, травм в области рта, воспаления в области рта? From and to the highest good of all involved. From and to the highest good of all involved. One moment. Yes. Я просто запишу сейчас, потому что я так не могу. И в стриме энергии, и from...
I should have sent it to you. I'm so sorry. From and to the highest good of all involved. Uh-huh. That benefits the oneness of the universe. Mm-hmm. Will you uncreate and destroy it all? Just the clearing statement, right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. Is привлекая все самое лучшее всех включенных, что будет вкладом для единства Вселенной. Right, wrong, good, bad, all nine shorts, boys and beyonds. Yep. And then we say, and all the Mobius strips. Uh-huh. Mm-hmm. May they be untied, so untied. И позвольте всем лентам Мёбиуса unwound, развязаться, and disseminated, распаковаться и раствориться through all time and space. Во всех временах и пространствах. So that all of life may continue to come with ease, joy and glory. Чтобы вся жизнь продолжала приходить к вам в радости, легкости и изобилии. So we're breaking apart the Mobius strip and then we're turning it over to the universe. То есть мы разрушаем эти ленты Мёбиуса и отправляем их обратно во Вселенную. In the beginning, we are going from and to the highest good, so we cover all energies, all jokester, prankster, trickster, entity, energies, all energies are covered by this clearing. А вот то, что добавляется в начале, это все энергии, на самом деле, как бы этот клиринг покрывает всякие сущности и все энергии другие. And so you don't have to understand it, it just works very, very powerfully. Ну и как обычно, вам не нужно этого понимать, оно просто работает очень-очень мощно. So that when we're talking about the gums, for example, which you brought up, и когда мы, допустим, говорим о дёснах, if you have problems with your gums, like gum disease or bleeding gums or receding gums, если у вас есть проблемы с дёснами, как, допустим, ну вот рецессия дёсен или дёсны кровоточат, there can be some different energies in there that are creating that, but you can change those energies to have healthy gums. Чтобы вылечить дёсны, в том числе, ну, как бы в дёснах могут быть запакованы энергии, пока вы их не распакуете, ну, One of the energies that creates gum problems is where you're always trying to get it right, you're trying to work it out and make the right choice in case you get it wrong. Yes! Да, и одна из причин вообще заболеваний дёсен — это когда вы очень сильно напрягаетесь в жизни и пытаетесь сделать правильный выбор. И всё время, ну, как бы озабочены тем, как бы не ошибиться, и вот чтобы выбор был именно правильный, чтобы всё было правильно. Where you'd kind of like to choose this, but you're not sure, and maybe you should choose this, and what should you choose, and И у вас стоит выбор между какими-то двумя вещами, и вы пытаетесь выбрать, и вы не можете выбрать, и просто у вас мозг разрывается. So it's about being a control freak. Это по поводу быть вот этим контролером, контролирующим фриком. It can also be about never being able to say what you truly want to say. Также заболевание дёсен, это может иметь отношение к тому, ну, к выражению вашей правды, что вы никогда не говорите то, что вы на самом деле ощущаете. And then the other energy that might be in there, so we get to this by asking questions, but one of the other energies is that you're such a rebel that you want to do it your way and you don't want to be told what to do. Yes, it's me. Yeah. Да, и один из моментов, что вы хотите, чтобы все было всегда по-вашему. Вы такой вечный боец, вы никого никогда не слушаете. So we clear a lot of those energies. Да, и ну вот ну на как бы этих зумах, которые вот у нее сейчас проходят, как бы мы со всеми этими энергиями работаем. And
Another big theme that we work with is the whole idea that we buy into: the more years you have been alive, then the more your body must go and get old and feeble and die. And that's a big lie. That's not true. Ну вот посмотрите, I will say that they can look at you, you're 60 and... I'm not 60 yet, but I will be this year. I'm still 59. yeah, it's actually the people without age. Yes. You never know how actually old the, for example, yes. I don't know, Dane. Yes. So, да, вот как бы посмотрите на Шону. Значит, там как бы, ну, тема еще, которая затрагивается в зумах, она сказала, это вот эта извечная точка зрения нашего тела, что чем старше мы становимся, как бы нам уже пора как бы в своем теле запускать процессы старения, потому что же это такое? Как же мы как бы, возраст прибавляется, и там нужно как бы и сидеть, и чтобы морщины появлялись. И я просто, ну, как бы сказала, что это интересная штука, с людьми, которые я заметила лично, которые занимаются эксцессом, там по очень многим вообще непонятно, сколько тебе лет. Ну, когда ты смотришь на человека, да, вот, например, сколько лет Дэйну, вот реально. Ну, Гэри как бы говорит, что там ему 75, это известно. А вот посмотрите на Шона, ей 59 лет. So I would say to you that if you're listening to this call, if you're interested, if you're doing access, then you already really know inside you that your body was designed to regenerate itself and to live a very long time, but happy and vital and full of energy. This is what our bodies are actually designed for. И если вы занимаетесь эксцессом, то, вероятно, у вас уже появляется или появилась осознанность, что на самом деле наше тело создано так, чтобы регенерировать себя и жить очень долгую, живую, полную жизнь, радость и счастливую жизнь. And Happy Mouth is about unlocking those systems so they start working again in your body. Да, и еще раз, вот этот счастливый рот, это о том, чтобы запустить вот эти, скажем так, спящие, да, потому что они есть у нас, у каждого, вот эти спящие энергии, и чтобы они как бы работали вам на благо. Your body can grow 2 or 3, maybe more sets of teeth. Wow. Yeah. Значит, у тела есть... Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Oh, well. The connection with this reality is lost. Lost, yeah. Весь эта реальность абсолютно потеряна. Ура! Значит, Шона говорит так... У нас, у нашего тела есть способность 2 или 3 раза даже вырастить себе новые зубы. So, if a tooth gets very worn down or broken or decayed, your body should go, oh, new tooth needed, and start growing a new tooth at, like a child. A new tooth should come up, push the old tooth out painlessly, and a new tooth comes through. That's what should be happening. Что и вообще, что, ну, как бы в идеале должно происходить? Когда у вас начинает разрушаться какой-то зуб, у тела появляется информация, что как бы зубу плохо, и тут же начинает расти, должен начать расти новый зуб, и он как бы вытесняет вот этот старый, который там болен или с ним что-то не так, и просто у вас появляется новый здоровый зуб. Здоровый зуб. Это то, что должно быть в идеале. Also, your body should tell you when you're about to eat something that is not good for your particular body. I mean, it might be wonderful for somebody else, but your body should go, no strawberries for us, that doesn't work for us, for example. И также, допустим, ваше тело говорит в идеале, должно вам говорить о том, что не подходит вашему телу, ну, в плане еды. Допустим, вот как бы там все кладете в рот клубнику, и тело говорит, так, клубника, вот, ну, как бы, клубника нам не нравится, до свидания. И то, что не подходит вам, это не обязательно, что это не подходит всем, потому что мы все очень индивидуальны. And so what we find with, after you've had your Happy Mouth sessions and your systems are running, the cravings that you used to get for food and the just eating for the, you know, to try and get some peace in your body, you don't want to do that anymore. You just enjoy your food a lot more. И вот после того, как вы используете вербальные процессы или вот эти телесные процессы, вот этого счастливого рта,
ну, то, что они заметили уже, да, то, что... Сейчас, извините. То, что они заметили, то, что вы перестаете запихивать себе в рот в огромных количествах все что угодно, а просто начинаете больше наслаждаться едой. We there's so much I could tell you. We also have a process to, you see, you should have a microorganism in your mouth which eats calculus and plaque, so it doesn't build up on your teeth. Да, и вообще в идеале, опять же, в, ну, как бы в ротовой полости, в слизистой, должны быть микроорганизмы, которые сами заботятся о зубном налете и об инфекциях. And those little microorganisms have been killed off by drinking Coca-Cola or, you know, soft drinks, fruit juice kills them, but we have a process to wake them up again. И у нас есть процесс, который помогает, ну, как бы вот эти микроорганизмы, их снова, снова... You okay there? Ну, как бы засадить. Have I lost you? No, you haven't. Just people are telling that... Problem? Yeah, that they can't hear me. А сейчас-то вы слышите меня? Есть у вас проблемы? Our the recording will be clear because I'm recording at my end, so don't panic, everyone. What Inga, what we find is with Happy Mouth, it tends to play up with electronics really badly. А, понятно. Значит, тут эти энергии вот этого счастливого рта, и они уже в курсе. Значит, Шон записывает на свой компьютер, поэтому запись будет чистая. So everybody just expand. И, пожалуйста, все, и особенно те, у кого плохой звук, пожалуйста, расширяйтесь. Ну, вот это упражнение аксессовское. Open the top of your head and pull energy through your head, like an energy pull, but pull energy through your own body. И откройте, пожалуйста, свою коронную чакру и просто тяните энергию сверху через свое тело. Out your feet and let the energy go down into the earth. И выпускайте через свои ноги и позволяйте энергии уходить в землю. Then pull earth energy up through your body. И энергию земли тяните через ноги, через тело вверх. Right through your body. Через тело вверх. Good. Okay. So I can answer some questions if people want to ask me some questions or if you've got more questions. Да. Yes. There's a lot there, isn't there? Вопросы есть у кого-то? There's actually a lot of questions in the chat. Кто-то хочет задать вопрос? You can ask me the ones in the chat if you like. I don't mind. You can just read them out. Оля, я так понимаю, хочет задать вопрос, да? Хорошо, да. В некоторых системах слышно меня, да? Алло. Да, не очень хорошо, но слышно. Часто говорят, что зубы являются проекцией органа. Окей. И поэтому, ну вот, говоря там о лечении зубов, говорим ли мы о том, что может быть там обратная связь, да, на орган? Или вот новый выросший зуб, он тоже будет разрушаться, потому что какой-то орган плохо себя чувствует в теле. Есть целые схемы, да, проекции на теле. Вот каждый зуб, он соответствует определенному органу. Ага. There is a system. And in the system, each and every organ in our body, it's kind of projection to our teeth. Yes. And each teeth is a projection of the organ. And the question is if, for example, is there kind of a logical line between that if some teeth is kind of bad and it kind of projection and it's telling about the illness of the of some of the organ. And yes. If even we grow the new teeth, it will become bad too. Okay, so because there's problem with the organ. Okay, I'm aware of that system and that we don't use that in Happy Mouth.
Я знаю об этой системе, и мы не используем ее в счастливом рте. However, it is correct that everything that's showing up in your body is going to, is that's not working with your body is going to show up in your mouth. That is correct. С точки зрения счастливого рта, это правильно, что все то, что происходит в теле, оно тем или иным образом влияет на состояние рта. And that is an amazing system. I am aware of that. И вообще это как бы интересная, удивительная система. Я знаю о ней. And on a more of a energetic level, there are other things at work as well. И на энергетическом уровне есть вещи, которые точно, которые работают точно так же. But you will find you could work both systems, I would say. If you love that system, you could work it in with the Happy Mouth system. They're not against each other. И система «Счастливый рот», и вот эта система, о которой говоришь ты, Оля, они друг другу не противоречат. Ты можешь использовать обе. So we go a little bit more energetic. We're clearing mental, emotional, spiritual, energetic energies. И мы больше работаем, мы как бы очищаем, энергетически работаем, мы очищаем энергии там эмоциональные, то, что с точки зрения наших мозгах у нас происходит. Which then create physical changes in the body. Которые каким-то образом создают физические изменения, патологии в теле. But we start with the energy and work in towards the physical, if that's a way of explaining it. Да, и счастливый рот, они начинают работать с энергиями. Они начинают работать с энергиями, и это влияет на тело. And we still say you need your dentist and you still need to brush your teeth and floss 2 or 3 times a day. И вам все равно необходимо будет использовать зубную нить и чистить свои зубы 2 или 3 раза в день. Yeah. It's not a replacement for the dentist. И эта система, она не отменяет поход к стоматологу, не заменяет. But we tell you, go find a dentist that you like, because your mouth is a very private place. И ваша, ваш рот — это такая очень особенная, интимная зона, и поэтому, мы делаем акцент на то, чтобы вы искали себе стоматолога, который вам нравится. You don't want someone you don't like putting their fingers in your mouth. Потому что вы не хотите, чтобы кто-то, кто вам не нравится, пихал свои пальцы вам в рот. А целоваться можно? What was that? And how about kissing? Yes. Well, you see, mouth is about love and sex and everything. И рот в том числе, это о любви, о сексе, обо всем. Hopefully you're kissing someone that you like. Я надеюсь, что ты целуешься с кем-то, кто тебе нравится. I hope. Я надеюсь. That's so funny, that's so funny. Okay, anybody else? Thank you for, I don't know who was that that asked? Olga. Olga, thank you. Anybody else got a question for me? Есть вопросы еще у кого-нибудь, кто-то хочет задать? I'm not your dentist, though. Я не стоматолог. No? Okay. What else can we talk about? Okay, actually, we have we can start from with the questions from the chat, because actually... Yep. Yeah, go for it. Так. Инга. Ау. О, who's that? Инга, у Татьяны есть вопрос, я видео включу. Татьяна. Да. Здравствуйте. Hi. У меня вопрос такой. Привет. Когда происходит... У меня во рту полная катастрофа. За последние 3 года произошло разрушение практически всех зубов. У меня внутренняя стенка полная, честно. И мало того, зубы разворачиваются в разные стороны. Я не знаю, что с этим делать. Wow, I think I got the energy of that. Okay, what did she say? Шона сказала, что она уже энергетически получила, твой вопрос. Я сейчас переведу. She said that last 3 years she has a total catastrophic situation with her mouth. Yep. Everything started to kind of fall apart. Yeah.
Yeah. To fall apart, and what's more, the teeth, they are kind of rotating. Yep. Okay. So I have. May I ask you a question, Tatiana? Таня, можно задать тебе вопрос? Да. Да. This might be a bit shocking for everybody. Ну, может быть, небольшой шок, приготовьтесь. Хорошо. I don't know how to quite say this. Does Tatiana work as some kind of healer, or does she run baths for people? Is she in the healing profession? А вообще, как бы твоя профессия, она как-то связана с целительством? Actually, she's a medical doctor. Да, да, да. She's a doctor and she's a gynecologist. Okay, I would like to ask you, Truth, do you have a capacity with teeth and the whole mouth area? У тебя есть вообще какие-то, у тебя есть какие-то целительские способности? Имеет ли это какое-то отношение к области рта и к зубам? Ну, я думаю, что есть. Yes. Но конкретно к зубам у меня как-то... Я понимала, что как-то через кости должна проводить энергию, но конкретно как — нет. The exactly how I don't know, but the I am getting the answer, yes. Yes, I get it too. So whenever you're creating some kind of, and you said catastrophe in your life, whether it's your money or your teeth or your relationship, you have to ask, oh, maybe I have a fabulous capacity here, which I'm using against myself. И всегда, когда у вас какая-то, когда вы создаете какую-то катастрофу в своей жизни, неважно, чего это касается, взаимоотношений, денег или зубов, не лишним будет задать себе вопрос в этот момент. Может быть, у меня открывается какая-то способность, которую я начинаю использовать против себя. And I will explain what I mean by that. I mean that if you've got ongoing money problems and it's always up and down, and this is not Tatiana, but just in general, and it always seems like you just never get out of this tussle with money, it could be that you actually have a capacity to be fabulous with money, but every time you're around people who have money trouble, you start to, almost like you vibrate the same as them, you start to match them, and then your energy flows are like their energy flows with money, or with teeth, or with relationship. И иногда что происходит, когда у вас есть какие-то проблемы, которые повторяются, неважно, во взаимоотношениях, зубами, или вот она привела пример как бы с деньгами. Это значит, что у вас есть какая-то способность, но когда вы находитесь рядом с людьми, у которых есть проблемы с отношениями, у которых есть проблемы с зубами, у которых есть проблемы с деньгами, вы как бы подстраиваетесь под них энергетически, и вы начинаете как бы вибрировать энергетически, как они. И, ну, условно говоря, buying their shit as if it's yours. Yeah? Yeah. So for Tatiana, she is working with people who are not well in their whole body. И Таня, ты работаешь с людьми, у которых, ну, какие-то проблемы в теле, с телом. And especially when you have a very bright mind and you're trying to analyze and figure out what's going on for this person, how do I assist them the best, what can they receive, what can I do here, that's where you start to match their vibration very closely. И что может происходить, когда ты просто вот начинаешь анализировать и думать о том, как бы получше помочь человеку, в чем заключаются эти проблемы, что мне необходимо сделать для того, чтобы, ну, как бы там предоставить лучшее там лечение. Ты начинаешь как бы, ну, каким-то образом, как бы, ну, соединяться с их вибрациями и вибрировать так же, как они. Да, абсолютно. Absolutely, yes. Yeah. Okay, here's the thing. Your body... Everyone, this isn't just for Tatiana, you know, this is for everyone. Your body is not some kind of a tool that you use to heal other people with. И это касается всех, не только Тани. Ваше тело — это не тот инструмент, что вы тут сейчас вылечите всех вокруг. This is meant to be your pleasure vehicle, your fun body. Значит, ваше тело создано для того, чтобы приносить удовольствие и радость вам. And the more happy you are, the more fun you have, the more you assist other people, because just being around you assists them.
И чем более счастливым вы становитесь и радостным, вы тем больше вы являетесь вкладом для других людей, потому что они смотрят на вас, и как бы, ну, они начинают вибрировать в этой энергии радости и счастья. And it's easy for me to say that. And the first step is you have to acknowledge that you really care and you have this amazing, all of you, this amazing kindness. That you wish the best for everyone around you. И первый шаг, пожалуйста, все, кто находится на звонке, не только Таня, признайте, что у вас есть удивительная эта способность. Ну, это даже не способность, а удивительное качество доброта. But the first step is that you must. И вы должны эту доброту признать в себе. But the first step is. То, что она у вас есть. Sorry, I'm so sorry for interrupting you. Yeah, it's okay. I'm so keen to get it across. The first step is that you must find ways to be kind and loving to you. I know that sounds like an old cliche, but it is so true. Я знаю, что это был такой бла-бла-бла, что вы все это 100-500 раз слышали, но на самом деле это действительно так. Первый человек, к которому вам нужно относиться по-доброму, это вы. That your happiness must be the most important thing that you start. How much fun can I have today? Or what lovely thing can I do for myself today? Из чего нужно начинать, это задавать вопросы себе. Что крутого, классного и радостного я могу сделать для себя сегодня? И задавать этот вопрос себе каждый день. Как я могу сделать счастливым себя? And then realize that your whole body is your receiving organ for awareness of everything around you. И знаете, что ваше тело это просто такой организм, ну вот такой инструмент получения, и у вас есть осознанность обо всем, что происходит вокруг. Not your mind, your whole body is receiving the information from everyone around you about them and about everything. И не ваш мозг, а ваше тело получает информацию обо всех людях, которые находятся вокруг, и вообще обо всем происходящем вокруг. But it's just like you're receiving emails or letters. You are not becoming that information, you're just receiving information. И в этот момент просто, ну, как бы знаете, что вы просто эту информацию получаете. Как вы получаете смски, телефонные звонки, электронные письма. Вы не становитесь этой информацией, этим дерьмом. So I would like to ask Tatiana, what is your body pushing you to become aware of? What is your body actually saying to you with all of this problem with your mouth? И, Таня, вопрос к тебе с этими проблемами, с проблемой в области рта. Что твое тело на самом деле тебе говорит? Я его слушаю, ну, настолько много стеснений на себя самой. Я больше слушаю и подделываюсь действительно под других людей, а то, что есть внутри, я не выражаю. Тот весь объем понимания, осознания, который идет. Видно, очень большое общение с людьми, чтобы остаться самой собой и произвести вот эти вопросы. Вроде много времени не нужно. Ну, уже тело устает, и я себя плохо слышу. Так, наверное. А это действительно вот это в радость и в способность, и что она больше, чем есть. Ну, я ее сейчас предоставляю, так скажем, себе. У меня вот этот диссонанс, и я из этого круга выйти не могу. It just kind of vicious circle for me. Yeah. Okay. So I Because would like... I'm trying to get in touch with a lot of people. I'm a medical doctor. Yes. And I actually have not so, and trying to adjust to their realities. I don't have so much time for myself. Yes, I get it. How long since she had a holiday? Как давно у тебя были выходные? Сегодня. Но у меня мало выходных. У меня еще, ну, отец лежит, поэтому, ну, в общем-то, ну, они у меня такие же деловые или перемещающие, занятые. Подожди, на неделе, 3 дня было выходных. 3 дня мы выходили. Actually, in general, I have my father is ill. Yeah. And I...
during my holidays, I'm kind of busy doing something all the time. For somebody else? Yes. Okay. So I may be wrong, but I'm suggesting that perhaps this whole thing with your mouth is to push you to make some new choices in your life. Ну, я могу быть не права, но моя осознанность – это то, что, возможно, твое тело, оно, ну, хочет, чтобы ты сделал другие выборы, новые выборы. Our bodies are our greatest facilitators. Sorry. Потому что наши тела – это на самом деле наши очень отличные фасилитаторы. And sometimes they push really hard until you have to make a change. But you don't want to get to that point. You want to make the changes before it gets that bad. И иногда, когда мы их не слушаем, они начинают напирать довольно-таки сильно. Okay. All right. You know what? I'm going to help you turn on the master happy mouth point. It's about here on your head. Everyone should touch it and rub it. Shona, there is actually. It's about four fingers up from your ear. You'll find there's a little hole and it hurts a bit. Так, значит, все, так, вот это соединение с ухом, четыре пальца вверх. One, two, three, four. It's about there. You'll feel there's a little ditch for your finger. Там есть такая немножко впадинка, и она может немножко болеть. Пожалуйста, все сейчас, это главная точка Happy Mom. And it's often quite tender. И она вот, ну, quite what? Sore or tender, it's a bit ouchy, ouchy, ouchy. Ну, как-то вот такая, немножко так чешущая и такая зудящая. Просто вот как бы начинайте ее массировать тихонько. You have to massage it? Да, как массаж по кругу. Now this is the master health of the mouth point. It's called the dental generative system. Так, называется как бы стоматологическая генеративная точка. Это как бы главная точка системы счастливый рот. 2 to 3 minutes every day. That's all it takes. 2 или 3 минуты каждый день. The other thing to do is, do you have Listerine in Russia? У тебя Listerine, что это такое? Есть у нас Listerine в России? You have to get the gold-colored one. It's original Listerine. Какой-то оригинальный Listerine, он какая-то упаковка золотистого цвета. And you get hydrogen peroxide? И перекись. Hydrogen peroxide. One moment. I might be able to write it in the chat box. Hang on. Да, перекись водорода. Mm-hmm. Hydrogen peroxide 3%. 3%. The gold-colored Listerine. И Listerine. Half and half. Half of one, half of the other put together. Половина на половину. Rinse and spit out. Значит, ну, это полоскать рот и... Так, кто там шуршит? And this is to kill all the bad bacteria in the mouth and to give the mouth a chance to start to regenerate itself. И это для того, чтобы регенерировать, ну, запустить эту систему регенерации организма и... It's very safe. You don't swallow it, you spit it out. Вам не нужно ничего глотать, вы просто полоскаете рот и выплевываете. And I don't know where Tatiana's gone, but tell Tatiana that she has to use this, I see her there, 3 times a day, do this every day for 21 days, 2 to 3 minutes. Таня, 21 день, ну, каждый день, 3 раза в день, каждый день в течение 21 дня. And she has to, and all of you have to make a commitment to having some joy and some happiness every day. Who cares what it is, watering your plants or playing with your cat, doesn't matter. Every day. They always tell us in Access Consciousness about this. It's one of the most easiest. Yeah.
Yes, yes, because it's the easiest thing not to do. Yeah, yeah, yeah. And then actually one of the last time he told that last years I told humanoids to do 1 hour, and now I am getting that it's kind of useless, just 5 minutes. Yeah, and я говорю, Шоне, это один из самых простых инструментов аксесса, и они постоянно об этом говорят, но так как он очень простой, его никто никогда не делает. Он заключается в том, ну и Дэйн, вот, как в последнем видео, он говорил, да-да, раньше я говорил людям, делайте час в день что-нибудь ради себя, только для своего удовольствия. Я знаю, что никто этого не делает, поэтому в последний раз, вот когда он говорил, делайте хотя бы 5 минут в день, посвятите себе. So for Tatiana and anyone else who's having problems with their mouth, you can change it, you can turn it around. И для Татьяны, и для всех вы можете изменить свои проблемы с зубами. Anything is possible, but it's your body trying to get your attention. Но все возможно, и все можно изменить, это просто твое тело, оно просит его внимания. If you can really acknowledge that your body can change anything and it can regenerate anything, it might get you out of that panic. И просто, чтобы выйти вот, и, ну, помочь себе выйти из этого состояния, просто, пожалуйста, признай то, что у твоего тела есть способность к регенерации. Есть. Есть, и я это вижу прекрасно. Оно иногда делает чудеса полнейшие. Восстанавливает то, что может быть не восстановлено. Sometimes body create miracle, I know that. Oh, yes. Yes, absolutely. And I would like to ask her, I hope I'm not being offensive, when was the last time she had a few drinks and went out dancing? Можно задать тебе вопрос? Не хотелось, ну, как бы вторгаться в твое личное пространство, когда ты последний раз куда-нибудь ходила, ну, чтобы там немножечко выпивала и танцевала. На Новый год. The last Christmas party. Wow. Hang on a minute. I like to have a drink. It's the pleasures of embodiment. Ну, вообще, как бы, я бы сейчас чуть-чуть выпила, потому что это одно из удовольствий быть в теле. Да, завтра я это произведу. Tomorrow I will do it. And the music, you see? You gotta play the music that you love. И, пожалуйста, включи музыку, которая тебе нравится. Хорошо, спасибо. Благодарю. Yeah. Thank you. Thank You're you, welcome. Shana. You're welcome. Okay, are there more questions? How are we going? Yes, there are actually. Инга. Yeah, да. Да, есть такое пожелание, чтобы приехали к нам с телесным процессом в Россию. У нас очень много желающих. Мне кажется, будет прийти на этот класс удивительный. Yes, and yeah. Спасибо, Женя. Спасибо. Actually, the question is the people they asking for you to come to Russia with these classes. Well, Dr. Tom is the only one who teaches the 3-day class to be a practitioner of Happy Mouth. Доктор Том – это единственный человек в мире, который дает вот этот трехдневный класс «Счастливый рот». What I teach is just a half-day class for tooth decay and gum disease. Я даю класс, как бы он там полдня длится, ну, как бы вводный класс, и вот заболевание зубов и десен. Yeah. So, I mean, we could look at Dr. Tom coming over next year, but it would be in the middle of 2019 because we're already booked up. Да, и до середины 2019 года они уже забронированы. Поэтому, если класс и возможен, то он возможен в середине, ну, с доктором Томом, то он возможен в середине 2019 года. We will be in Tokyo in September. В сентябре у нас будет класс в Токио. And then Mexico in February. И в феврале в Мексике. But he has a very busy dental practice at home, so we only have about 3 classes a year.
И у нас всего, ну, как бы всего мы даем около порядка 3 классов в год, потому что у него, ну, он очень сильно занят своей вот этой практикой стоматолога. But you know what? You get enough people together. I'll come and I'll talk to him about coming next year. Sure, we go where people, where the energy is and where people invite us, we go. Но вообще, да, мы ездим, если люди нас приглашают, если им интересно, мы, конечно, с удовольствием приезжаем. Шона, what about your schedule? Can you come, I don't know, earlier, for example, this autumn or something like this? Yes. Я спросила Шону, потому что то, что я... what I wrote in the internet, in your class, you teach some of the points. Yes. And some of the body process. Yes. Yes, I do. Yeah. Я просто спросила Шону, значит, Шона, как бы она дает вводный класс Happy Mouth, но на этом вводном классе там есть чуть ли не половина как бы точек, I could come которые используются в системе и вот телесных процессов. I was thinking of coming back to Europe in November. My daughter lives in Paris, so I could, it would be November before I could come back. Ну вот она в ноябре, возможно, будет в Европе, потому что у нее дочка живет в Париже, поэтому вот, ну, давайте на ноябрь. We can. We'll talk. We, you know, if people are keen, I'm happy to come. I would love to come to Russia. Ну, если вы заинтересованы, если вы хотите, то я могу приехать, ну, до конца этого года. I'll have to buy some warm clothes. Yeah. Мне нужно купить какой-нибудь теплой одежды. And actually, maybe we can invite right now people to your Zoom series. Yes, that's the we've already had one, but there's still 5 to go. The next one is on Thursday, June 13th. И, значит, у Шоны сейчас проходит серия зумов. And so... Первый зум уже прошел. Но, как бы, ну, впереди еще 5 зумов. Следующий зум будет 13 июня. So, it's about an hour, hour and a half, where you can ask me questions, but we have a theme, like... Last month was food, body weight, digestion. This month is families, genetics, everything to do with that. Zoom происходит раз в месяц. Значит, прошлый Zoom, первый, он был по поводу пищеварения, еды, питания, вот этих диет и всего вот этого. But I can send the information out with the replay. На следующей неделе он касается ДНК, всяких вот этих семейных историй. Yep. Yeah. Okay. Cool. All right. Все, кто присутствует на Zoom, I just tell that everybody who is on the Zoom, they're in the group, in the Russian Facebook, and they can get in touch with you, with me personally, and or in the group. Если кому-то интересно эти зумы, значит, там, ну, можно купить все вместе, можно выбрать себе то, что интересно вам. Я там, если не написала, еще напишу как бы темы каждого зума, и вы можете присоединяться, ну, к звонку, который интересен вам. Вот. И Шона есть, Шона is present on Facebook. Вы можете, кто знает английский, лично задавать вопросы Шоне, либо там со мной как-то связаться, или через группу ВКонтакте. Okay. Thank you. Thank you for this, Inga. It's wonderful. All right. Вопрос еще. One last question. I'm sorry, yes. Shana. Yes. Yes, not a problem. Who is it? У меня очень сильно разрушаются десна. То есть я потеряла зубы, у меня уже как бы все коронки стоят. И вот идет, то есть 2 года назад я повторно поменяла, и опять десна пошли вверх, и все шатается. Вот то, что говорили выше о точках на голове и перекиси водорода 3% и лицерин, это тоже можно применить вот в моем случае? Или что-то, может, еще посоветуете? Окей, what was all that? Кто это? Я вот не вижу. Ну, не важно. Сейчас я включу. Виктория меня зовут. Вот я машу. Hello. Okay, now I can see you. Hi. Yes, my name is Victoria. What is your name? Victoria. Hi, Victoria. How are you? Tell me what's the story, Inga. What is she saying? The story is that she has a severe problem with the gum. Yeah?
with the gums, and she has these implants, yeah? Yeah. Every implants, and мои дёсна полностью поднялись вверх, и вот сейчас шатается всё прямо. И yes, как... and severe gum recession, they are kind of up. Okay. And all teeth are kind of shattering. The question I have for you, if I can ask you a question. Вопрос, который я тебе хочу задать. Who does that belong to? Is any of that yours? Кому это принадлежит? Что-то из этого вообще твое? Нет, не мое. Not mine. No. Who are you trying to heal with your body? Кого ты пытаешься вылечить своим телом? Yeah. Рот. Мой рот. All my ancestors. Yeah. Ooh. Relatives. Oh. Relatives. Yeah, tell them to go get their own lives, for God's sake. Ну, как бы отправь всех, как бы, и все это обратно с прикрепленной осознанностью, и чтобы все сами занимались своими проблемами. See, this gum thing is like you're an old person, but you're a beautiful young woman. Потому что вот, ну, энергетически то, что у тебя происходит с деснами, это как будто вот десна пожилого человека, а ты на самом деле молодая девушка. None of that belongs to you. Ничего из этого не принадлежит тебе. So you have to start asking more questions. Okay, body, what would we like to choose? Come on, beautiful body, what would we like to choose? What else is possible for us? Пожалуйста, задавай себе вопросы, задавай вопросы своему телу. Тело, мое прекрасное, замечательное тело, что бы ты хотела выбрать, что бы ты хотела создать, и что еще возможно здесь для тебя. You should be doing the mouthwash that I suggested before. Да, пожалуйста, вот, ну, как раз вот делай вот этот, вот эти полоскания, которые... Полоскание вот этим, вот этим перекисью, что-то там. А можете повторить, пожалуйста, лестерин, или я не поняла, какой второй? Листерин. Листерин, the gold-colored one. Листерин. Ну, я спрошу потом у Шона, уточню и брошу в группу, что, ну, вот, рецепт. Лицерин, потому что я первый раз слышу такой лицерин. It's usually in a chemist shop in, I don't, do you have it in Russia? Actually, Shona, I just told the people that I kind of find out, and I'll share the information with them. Okay, good. So, and the other thing for Victoria is, do you know MTVSS? Ты знаешь, что такое MTVSS? Не совсем. Телесный процесс Access Consciousness. It doesn't matter if you know it or not. What you do is you put your hands here. Неважно, знаешь или нет, значит, кладешь руки вот туда, где, куда Шона показывает. And say, MTVSS, turn on and run. И проговариваешь, MTVSS, запустись и... Включись и запустись. Or you could say anything Shauna would do or Dr. Tom would do, turn on and run. Или что вообще, так как Access это про легкость, просто кладешь руки сюда и говоришь, все там, о чем Шона говорила, и что доктор Том знает, все это запустить. Because I'm not healing your body, you're healing your body. Потому что я не исцеляю твое тело исцеляешь ты. And I'm just reminding you that your bodies can heal themselves. И ты, я просто напоминаю тебе о том, что твое тело может себя исцелить. Yeah, body, wake up, remember, you can heal yourself. И ты просто говоришь своему телу, дорогое, давай, все, просыпайся, вспоминай, начинай себя исцелять. Что такое? What else is possible? Что еще возможно? Благодарю, thank you very much. You're welcome. I think I'm going to like Russia a lot. Мне кажется, мне Россия очень понравится. Of course. Well, who knew? Okay, let's call it a night. I will send the recording and the replay out tonight as soon as I download it. Да, я отправлю вам всем на ваши адреса электронной почты запись. And let's see what we can create and generate. And I'll send the information about the Clarity Zooms. Да, и, ну, также в письме будет информация по поводу
по поводу вот этих, ну, зумов. And maybe I'll be there quickly. И, может быть, я очень быстро к вам приеду. То есть, когда девушка Женя, она все время так смотрит грустно, и мне хочется, чтобы она улыбнулась. Женя, Евгения Черно, а дальше я не вижу. Thanks, everyone. Thanks, Inga. Женя, улыбнитесь, пожалуйста, вы очень грустная на зуме. Okay. Жизнь не создана для того, чтобы быть такой грустной. Вы что? Okay. Bye, everyone. Bye. Всем пока. Toodaloo. Bye.